посмотри на себя. Жалкое создание из мяса и костей, задыхающееся и потеющее, когда бежишь по моим коридорам. Как осмеливаешься ты бросить вызов бессмертной машине? В 2072 году искусственный интеллект по имени Шоден сошел с ума. В своем воображении Шоден рисовала себя богиней, которая должна править землей. Этому был положен конец хакерам, создавшим ее. Третье февраля – это магический день. Фон Браун, первый в истории космический корабль, двигающийся быстрее скорости света, отправился в свой вояж. Это невероятное путешествие – результат совместных усилий UNN и корпорации 3 Optimum. Это невероятно достигать удаленных звезд за недели. Почти все системы этого корабля разработаны корпорацией 3 Optimum. Безопасность фон Брауна будет обеспечивать корабль UNN Рикенбакер под командованием самого капитана Вильяма Диего, героя многих сражений. Этот невероятный союз правительства и корпораций стал возможен по целому ряду причин. Огромный, быстрый, революционный. Кто знает, каким открытием приведет этот полет. Одно известно, это великий день для человечества.